президент США Дональд Трамп в первый раз выступил с обращением к палатам Конгресса. Свою речь он начал с упоминания о волне антисемитских угроз и актов вандализма на еврейских кладбищах, заверив, что Америка едина в осуждении ненависти и зла в любых проявлениях. В своем выступлении Дональд Трамп напомнил, что он ввел новые санкции в отношении юридических и физических лиц, поддерживающих иранскую программу создания баллистических ракет, отметив, что тем самым был подтвержден неразрывный союз с государством Израиль. Накануне спасательная бригада службы тыла Цагала провела масштабное учение. Батальон «Шахар» отработал заход в Газу и проведение спасательных мероприятий под огнем врага. По сценарию учений солдаты прибыли на развалины на полигоне Зиким и провели спасательную акцию в полной темноте. Высокопоставленный офицер бригады заявил, такие учения очень важны для поддержания высоких профессиональных качеств всех солдат бригады. Мы должны быть готовы к любым сценариям. Мосгордума одобрила памятник Самуилу Маршаку. Монумент установят в центре Москвы, вблизи дома, где жил детский писатель. На слиянии четырех переулков – Малого Ебронова, Казенного, Лялиного и Барашевского. Ожидается, что установка памятника обойдется в 10 миллионов рублей. Напомним, что в память о Самуиле Маршаке в Москве установлена мемориальная доска на доме, где он жил. 30 марта в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве откроется выставка «До востребования. Коллекции русского авангарда из региональных музеев. Часть 2». Это продолжение выставочного проекта, проходившего в музее весной прошлого года. В экспозицию, собранную куратором Андреем Сарабьяновым, войдут произведения искусства авангарда из собрания региональных музеев 17 городов.